Всем привет. Может быть, кто-то слышал мой доклад из секции Future, который только что закончился внизу. Сейчас я расскажу про такие более приземленные, но при этом очень практически значимые вещи. У каждого из нас в смартфонах установлено несколько мессенджеров, и некоторые из которых мы используем каждый или практически каждый день. И если посмотреть с точки зрения пользователей, то мы просто выбираем удобные для нас средства общения с другими людьми. Но если посмотреть с точки зрения мессенджеров, то это настоящая битва, где каждый мессенджер стремится занять наиболее приоритетное и значимое место в смартфоне и в сознании пользователей. Да, кажется на текущий момент, что для цифрового общения, в общем, все придумано. Уже, ну что можно еще сделать? Но на самом деле это совсем не так, и мессенджеры конкурируют друг с другом по возможностям, по скорости работы. Рынок диктует, соответственно, свои стандарты, показывая, что есть в одном мессенджере, чего нет в другом, к чему пользователи привыкают со временем. И, соответственно, в силу всех этих причин у нас очень большой бэклог. И к нам идут люди с идеями, пользователи, коллеги. У нас есть свои идеи, которые бы мы хотели внедрить для улучшения там, текущих наших сообщений. Есть список проблем, которые нам бы тоже хотелось решить. И хочется делать очень много в самых разных направлениях. И как все-таки сделать так, чтобы эта телега куда-то двигалась? Ну, на самом деле, ответ простой. Нам нужен эффективный процесс. И под эффективным процессом я подразумеваю такой вариант, при котором мы можем переваривать там все эти проблемы, идеи, вопросы из реального мира, просьбы пользователей в задачи, которые мы можем, соответственно, брать в работу и которые в итоге будут приводить к тому, что наши сообщения будут становиться лучше. Для того, чтобы разбираться с всем этим нагромождением в бэклоге, мы выделили основные направления, из которых состоит на самом деле любой мессенджер и в значительной степени любой бизнес. Это активация. И здесь я скорее говорю не о там, первом использовании, а об активации в пределах дня, когда пользователь решает кому-то написать. И на самом деле часто это не формат «Привет, как дела?», это формат, например, того, что я скидываю там кому-то смешную гифку или мне отвечают на историю. И надо понимать, что таких способов взаимодействия становится все больше, и все они должны быть удобными как для отправителя, так и для получателя. Потому что если они будут неудобными, если это будет как-то не так, то, соответственно, и в следующий раз такой активации не произойдет. Второй важный момент — это ретеншн. Здесь, опять же, я говорю не о простом ретеншне, о том, что типа пользователи возвращаются в мессенджер по пушам, а о какой-то установке долгосрочной связи пользователя с мессенджером. И там здесь в первую очередь в голову приходят чаты, ведь личку воссоздать в другом мессенджере достаточно легко. А вот, допустим, воссоздать чат, в котором несколько человек или несколько десятков человек, значительно сложнее. И вообще хотелось бы, на самом деле, организовать так работу, чтобы даже потребности такой, в общем, у пользователей не возникало. И третье важное направление — это инструменты. Сейчас там, понятно, что общение — это далеко не только текст, это мультимедиа-контент, фото, видео, музыка, это супер популярный и, наверное, самый спорный сегодня формат голосовых сообщений. И надо понимать, что здесь тоже все очень тесно переплетено. И если каким-то инструментом пользоваться неудобно, дискомфортно, то пользователи будут иметь тенденцию использовать его в каком-то другом мессенджере, и, соответственно, это тоже будет влиять на ретеншн. Выделив эти три направления, мы уже смогли отсечь достаточно большое количество задач, которые кажутся интересными, перспективными, там, полезными в чем-то, но их польза не очень видна, на самом деле, если ориентироваться на как бы основные вещи, из которых которые все-таки влияют в первую очередь на работу мессенджера. И, соответственно, как бы некоторые из таких задач мы спустили вниз бэклога, а некоторые с чистой совестью выкинули, уже стало полегче. Остальные задачи мы промаркировали
этими направлениями, там, иногда одним, иногда двумя, а в некоторых случаях даже тремя, и разбили на несколько типов. Первый тип задач — это, собственно, продуктовые задачи, а секция у нас как раз продуктовая, поэтому давайте остановимся на этом типе поподробнее. В первую очередь это то, что приносит value продукт. То есть у нас был там продукт там, в каком-то одном состоянии, мы запустили какую-то возможность, и какой-то части, для какой-то части пользователей продукт стал более ценным. Он принес им какое-то значимое преимущество по сравнению с тем, каким он был. Ну, говоря, например, про наши возможности, это, к примеру, редактирование сообщений. То есть понятно, что допустить опечатку, используя там, смартфон, это очень легко, как бы, и как бы понятно, что эта фича, она назревала с ростом мобильной аудитории. То есть мобильная аудитория постоянно растет, и на текущий момент общение — это в первую очередь мобильное общение, и, соответственно, вместе с ростом этой аудитории становилась более и более значимой возможность, соответственно, как-то на отправленное сообщение повлиять. Там еще интересным моментом является там, возможность оставить ссылку на беседу и, соответственно, таким образом не создавать, ну, беседу, чат, да, не создавать его из тех людей, кто есть под рукой, там, в контактной книге или в друзьях, а, соответственно, разместить эту ссылку где-то и легко собрать чат из людей, до которых не так легко дотянуться, или собрать комьюнити по интересам, разместив его где-нибудь, например, в социальной сети или вообще за ее пределами. Второй важной такой подкатегорией является устранение боли пользователя. Ну, приведу такой пример. Значит, все-таки так или иначе пользователи иногда в любом мессенджере сталкиваются со спамом. И у нас есть возможность отметить конкретное сообщение как спам. И таким образом не просто для пользователя, который это сделает, там это сообщение и другие сообщения будут удалены, а сам пользователь, спамер, кто это прислал, заблокирован, но и другие пользователи, которые потенциально могли столкнуться с этим спамером, тоже в итоге с ним не столкнутся, потому что он будет заблокирован. То есть таким образом, на самом деле, с помощью вот таких инструментов мы решаем не просто вопросы одного человека, а делаем лучше большому количеству других пользователей. Следующая подкатегория — это улучшение интерфейса, да, то есть всякие неудобства, визуальные улучшения и улучшение пользовательского опыта. Нужно понимать, что все равно неудобства и какие-то мелкие такие непонятные моменты существуют в любом мессенджере и в любом, на самом деле, приложении, и понятно, что с ними тоже нужно бороться для того, чтобы пользователи не испытывали сложности и могли сосредоточиться на том, что является самой важной функцией мессенджера, то есть общение. И именно поэтому очень важно, чтобы интерфейс мессенджера был легким, чтобы сами элементы интерфейса не отвлекали пользователя от основной функции. Как бы нужно, чтобы пользователь, заходя в мессенджер, погружался именно в коммуникацию с другими людьми, а не смотрел на какие-то в явном виде сделанные поля ввода, кнопки и все дела. Все это вспомогательные функции, а как бы основное — это именно контент, который он получает внутри беседы или в списке бесед. И самая болезненная тема — это переделки. Вот ситуация, при которой что-то работало, как, ну, оно же все-таки существовало, и потом мы решаем это все-таки поменять. И мы что-то, соответственно, наверное, убираем, что-то добавляем. И самое главное, что мы тратим ресурсы для того, чтобы внутри себя что-то делать с уже существующим решением. Но мы же для чего-то это делаем. И на самом деле с вопросами переделок сталкивался, мне кажется, любой, рано или поздно. И особенно, мне кажется, самый такой яркий пример — это когда мы приходим в какую-то новую компанию и видим, сколько всего нам нужно переделать там, сколько всего сделано неправильно, но потом приходит какой-нибудь опытный менеджер или там тимлид и говорит нам: да нет, нормально, все, оставь, работает, зачем трогать, все хорошо. И начинается вот это перетягивание каната. Да, как бы здесь могут быть горячие споры, и, соответственно, вопрос, кто прав. На самом деле правы-то оба, потому что при переделках очень важно ответить себе на два вопроса. Что нужно переделать, что работает не так и почему это должно быть изменено? И второй очень важный вопрос.
Почему это должно быть изменено сейчас? Пришло ли время? Может ли это быть изменено, например, через полгода? Там, относительно безболезненно. Потому что, конечно, хочется переделать все и сразу, но ведь ресурсы не бесконечны, и, возможно, переделывая что-то одно, мы не переделаем что-то другое, что требует переделки прямо сейчас. Давайте не буду голословным, приведу пример из того, что делали мы. Недавно Facebook Messenger запустил, ну, по крайней мере, у меня ответы на сообщения. ВКонтакте достаточно давно были ответы на сообщения, но были в очень непривычном для пользователей там, современных мессенджеров формате, то есть они показывались, сообщение, на которое я отвечал, показывалось под моим сообщением, оно показывалось в полном объеме, даже если сообщение было длинным, со всем контентом. И самое интересное, что они не поддерживали ответы, поддерживали бесконечную вложность. То есть, соответственно, если это был ответ на ответ, то показывались все ответы по цепочке друг на друга. И на самом деле это вообще метафора, мне кажется, ближе к электронной почте, получается, чем к мессенджерам. И именно в электронной почте как раз письма вкладываются друг в друга. Наверное, до какого-то момента это в целом было нормальное решение. Но что поменялось? Почему мы все-таки решились на переделку? Первая причина заключается в том, что все-таки действительно с ростом мобильной аудитории вот эта бесконечная вложенность начала порождать проблемы. То есть некоторые сообщения просто перестали влезать на экран. Вторая проблема тоже является следствием там, прошлой реализации, потому что отвечать в силу того, что в тот момент, когда ответы были созданы, это был в первую очередь текст, отвечать нельзя было голосовым сообщением или стикером, например. А стикеры и голосовые сообщения — это супер популярные форматы на текущий момент. Голосовые сообщения — это самый популярный нетекстовый формат сейчас ВКонтакте. И, соответственно, как бы получается, что для значительной части пользователей мы отсекали эту возможность, которая, как бы, кажется достаточно естественной. То есть мне прислали голосовое сообщение, я хочу ответить голосом на голосовое сообщение и не могу этого сделать. Что мы сделали? Мы, соответственно, перешли к довольно классическому варианту для мессенджеров. То есть располагаем сообщение, на которое пользователь отвечает сверху, в одной строкой, только одно, не поддерживаем никакую бесконечную вложенность. Что мы отняли у пользователей? Мы отняли возможность отвечать на несколько сообщений. Да, кажется, что это интересная возможность, но при этом интерфейсно отобразить несколько сообщений было достаточно сложно, и при этом они, скорее всего, точно так же бы могли растянуть сообщения достаточно сильно. Все-таки функциональность ответов подразумевает, что, нажав на то сообщение, которое я ответил, я подскроллюсь к нему внутри диалога. Соответственно, если там было несколько сообщений, то как бы можно увидеть и соседние. Еще одна интересная штука, которую мы отняли, это возможность отвечать без текста, потому что вместо кнопки «Отправить», соответственно, размещается иконочка записи голосового сообщения. Это забавная функциональность, которую пользователи используют для быстрой пересылки. Но если брать с точки зрения как бы репрезентации реального общения в нашем мире, то это как бы странно. То есть ответить без какого-то контента, без текста, без вообще какой-то реакции, ну как бы это скорее не ответ. Это там возможность напомнить человеку о чем-то, скинув его сообщение, но это точно не является ответом. Вот, соответственно, как бы здесь скорее вопрос в том, что нам нужно улучшать удобство пересылки сообщений, а не в том, что нам нужно сохранить возможность отправки без ответа. Но самое главное, что даже несмотря на там, наличие определенного негатива, естественно, от части пользователей там, в нашей поддержке, например, мы увидели и другое. Мы увидели то, что пользователи стали использовать новую функциональность значительно более активно. И, соответственно, как бы количество ответов у нас сейчас растет. И это очень важный момент, что, внося улучшения, мы должны понимать, что мы, соответственно, должны все-таки получить какие-то и количественные улучшения в том числе. Но в нашем случае как бы количественные улучшения действительно были связаны с тем, что, дав пользователям более удобную, более современную функциональность, мы как бы получили от них благодарность в виде более частого использования. Ну и да, конечно, бонусом хотелось бы сказать про ответ стикерами, потому что стикеры вообще созданы для ответов, и как бы было очень странно, что они не подразумевали этого, ведь это такая быстрая реакция, удобная реакция, и как бы ответы, которые подразумевают ответ стикерами, это действительно правильный и удобный формат общения в мессенджере.
перейдем к следующему типу. Это технические задачи. И в первую очередь здесь хотелось бы сказать о перформансе. Понятно, что мессенджер как коммуникационная среда подразумевает, что я хочу как можно быстрее отправить сообщение и как можно там быстрее получить ответ. Поэтому, естественно, если приложение долго загружается, например, или если оно плохо работает на слабой сети, чем хуже оно работает в этих ситуациях, тем больше вероятность, что пользователь в какой-то конкретной ситуации, не во всех, но в какой-то конкретной, предпочтет использовать другой мессенджер. Ну, потому что там этих проблем нет. Если ситуация будет повторяться, соответственно, использование другого мессенджера и будет формироваться привычка. И в какой-то момент, соответственно, пользователь уже не будет заходить в тот мессенджер, который тормозит. Поэтому работу над перформансом нельзя прекращать, на самом деле, практически ни на минуту. Вот, нужно постоянно вносить улучшения. Но, несмотря на то, что секция, опять же, у нас продуктовая, но все-таки конференция называется CodeFest, и как бы было бы странно ограничиваться описанием технических задач, там, в описании технических задач такими общими словами, поэтому я все-таки приведу пример. Есть такой классный компонент в iOS Input Access Review. Это, соответственно, контейнер для поля ввода, который ездит вместе с системной клавиатурой и прижимается к низу экрана. Очень удобно. Его легко использовать. И, соответственно, как бы это позволяет не городить какое-то свое решение в ситуации, когда нужно что-то там достаточно простое и что решало бы задачи именно взаимодействия пользователя с полем ввода. Но в нашем случае мы оказываем на этот компонент очень большую нагрузку. То есть у нас помимо текста в поле ввода еще добавляются фотографии, видео. Кроме системной клавиатуры, у нас есть еще клавиатура для ботов, и, соответственно, которая может быть разного размера. И нам приходилось обкладывать весь этот компонент хаками, дополнительными всякими заплатками, а в некоторых случаях даже лезть в дезассемблированный код и пытаться что-то править для того, чтобы решить какие-то застарелые баги. В какой-то момент ребята приняли волевое решение и, соответственно, переписали этот компонент, переписали наше решение на собственный внедрили собственное решение и собственный компонент вместо Input Access Review. И надо сказать, что в целом, как бы по тем кейсам, которые, соответственно, мы смотрели, очень немного команд сталкиваются с тем, что в целом этот компонент работает хорошо, работает не так хорошо, как хотелось бы. То есть большинство отзывов как раз о том, что он работает хорошо. И как раз это вот пример тех уникальных задач, с которыми нам приходится сталкиваться на пути оптимизации и перформанса. Третий важный тип задач — это улучшение аналитики. И стоит сказать, что про него многие забывают, ну или оставляют так по остаточному принципу, типа, ну окей, внедрим там Google Analytics с отчетом с сэмплированием. А, ну ладно, не знаю что, но окей. Вот, ну пару событий на сервере залогируем еще и как бы на этом ограничимся. На самом деле, я советую начинать работу над аналитикой как можно раньше. Объясню, почему. Это позволит вам в перспективе сравнивать данные год к году, сравнивать, допустим, более-менее схожие запуски друг с другом, строить эффективно когортный анализ, считать грамотно ретеншн и так далее. Все те необходимые метрики, которые в целом нужны для анализа продукта и которые часто другими способами сложно получить. Какую работу мы сделали в этом направлении? В конце прошлого года мы внедрили систему ClickHouse. Эта система родилась в недрах проекта Яндекс.Метрика для складирования кликов. И она позволяет записывать миллионы событий в минуту и отдавать их практически моментально. То есть мы на самом деле в режиме real-time можем следить за тем, что у нас происходит внутри сообщений, но не просто типа по количеству общих событий, а мы можем в любой момент построить практически любые разрезы. И если мы видим, например, рост или падение, мы буквально в несколько SQL-запросов или даже на отдельном дашборде можем понять, с чем конкретно связан этот рост. Например, со школьными каникулами. Вот. И четвертый мой любимый тип задач — это работа на перспективу. Нужно понимать, что
там, то, как, каким образом организовано общение сейчас, это действительно не самое идеальное, что может быть сделано. И для того, чтобы развиваться, нам нужно выходить за рамки нашей экосистемы, за рамки наших текущих решений и двигаться в какую-то новую сторону, иногда ошибочно, но мы должны пробовать это делать, потому что только так мы можем нащупать какие-то точки роста. Приведу пример таких работ, которые мы сделали в прошлом году. Первое — это каналы. Мы понимаем, что там тренд потребления информации в мессенджере вполне себе сформировался, то есть популярность телеграм-каналов как бы очень сложно отрицать. Мы запустили каналы на своей платформе, пока они привязаны в первую очередь к группам и доступны не всем группам. Но, тем не менее, важный момент в том, что пользователи достаточно позитивно отреагировали на это. Это в том числе хороший способ ретеншена для нас, потому что, соответственно, пользователи возвращаются за контентом, потом решают кому-то в том числе написать или, допустим, прочитать чатик, в который давно не заходили. То есть это действительно такой достаточно интересный и важный способ, как люди уже потребляют информацию сегодня и, скорее всего, будут потреблять в будущем. Еще один интересный эксперимент — это чат-румы. Мы возродили старый добрый формат флудилок, где можно было общаться со случайными людьми, и сделали это применительно к чемпионату мира, когда мы разместили ссылку, нажав на которую пользователь может попасть в случайный чат, в котором были другие там, 500 человек, а кроме других людей был еще бот, который скидывал там информацию из матчей и таким образом немножко направлял дискуссию. Ну и дискуссия действительно в первую очередь, видимо, шла вокруг футбола, потому что мы это видели потому, что, например, в чат-румах были пики сообщений в дни, когда играла сборная России. То есть действительно оказалось, что формат взаимодействия со случайными людьми — это вполне себе интересная тема, если это не просто случайные люди, а если это комьюнити. И на самом деле взаимодействие с организацией комьюнити по интересам — это тоже достаточно важный тренд, в котором мы, соответственно, тоже стремимся предлагать какие-то новые решения. И главное, о чем хотелось бы сказать в этой секции, это наш большой запуск «Messenger VKMe». Мы запустились буквально здесь недалеко, в Казахстане, в конце прошлого года. Мы понимаем, насколько большое количество людей воспринимает ВКонтакте в первую очередь как платформу для общения. И, конечно, нам хотелось дать этим пользователям наиболее удобный и эффективный инструмент для этого, соответственно, в котором, например, не было бы ленты, на которую можно было бы отвлекаться, но при этом на главном экране были бы сообщения, что привычно пользователям мессенджеров, в котором был бы легкий и простой дизайн, как я уже сказал, чтобы ничего не отвлекало от общения, в котором были бы привычные пользователям возможности, например, там фоны, которые можно взять из библиотеки или которые можно загрузить самостоятельно, в котором можно было бы писать не только друзьям, но и людям из контактной книги, в которой бы пользователи показывались именно в соответствии с именами в контактной книге, ведь на самом деле имя и фамилия, особенно полное имя и фамилия, в некоторых случаях, если общаются там два близких человека, ну, это такая какая-то ненужная дистанция, которую как бы нет смысла формировать между пользователями. Им привычнее было бы видеть этого пользователя так, как они сами его обозначили, в соответствии с тем именем, которое они сами для него дали именно в своем списке контактов. Возвращаясь к типам задач, вот мы перечислили эти четыре типа. Исчерпывающий ли это список? Ну нет, конечно, как бы это скорее наш список. В стартапе, например, продуктовые задачи и работа на перспективу — это практически одно и то же, потому что в целом работа стартапа — это такое стремление сделать что-то свежее и перспективное. При этом могут добавляться, например, маркетинговые задачи, которые связаны с набором новой аудитории. В некоторых проектах это могут быть, например, фичи-реквесты от клиентов. Но какие бы ни были ваши типы задач, самое главное, что не нужно пытаться делать сразу все направления, стремитесь взять фокус и выбрать, допустим, на какой-то период одно или два направления, которые являются приоритетными на текущий момент. Это может быть, например, канбан-доска, где вы сверху клеите просто две бумажки, и там какое-то время они висят, и таким образом формируют как бы
визуально приоритеты для пользователей этой доски, ну, соответственно, для разработчиков, для менеджеров. А допустим, в нашем случае, расскажу, как у нас было, что в конец прошлого года, четвертый квартал, мы посвятили запуску приложения VKMe, соответственно, это были работы на перспективу и работе над улучшением аналитики, потому что такой большой запуск требовал еще более качественной системы аналитики. А этот квартал, как, вот, который заканчивается сегодня, мы посвятили работе над техдолгом, над техническими задачами, потому что после любого большого запуска требуется посвятить какое-то время техдолгу. И посвятили продуктовым задачам, потому что надо понимать, что, несмотря на работу на перспективу, мы должны доставлять value до наших пользователей, в общем, постоянно. И прерывать эту работу тоже нельзя. И последнее, о чем бы хотелось сказать. После любого там, запуска, любой задачи, которая выполнена, проводите ретроспективу. Нужно обязательно понимать, там, достигла ли задача своих целей. Нет, даже иногда, даже если это маленькая задача, но, ну, там, по объему, но при этом которая имеет какое-то значение, обязательно нужно понять, смогли ли мы с ее помощью достичь чего-то. И если нет, то нужно понять, почему. Потому что только там, постоянные ретроспективы могут быть способом, чтобы процесс достаточно естественным образом становился лучше. В целом не нужно будет прилагать никаких дополнительных усилий, если просто там, в какое-то время регулярно собираться и оценивать, а что же у нас как бы прошло за последнее время, как у нас прошел там, последний релиз или последние пару релизов, что можно про них сказать. Вот. Лучше всего, наверное, это делать спустя некоторое время, чтобы посмотреть немножко на статистику, например, и оценить, что происходит. Ну, в целом, желаю вам всем правильных приоритетов, развития вашим продуктом, а мы, в свою очередь, тоже будем делать ВКонтакте еще лучше. Спасибо. Вопросы? Здрасте. А вот скажите, Facebook убрали сообщение у себя из приложки соцсети, и сделали мессенджер отдельный, а вы будете ВКонтакте такое же делать? Слушайте, ну, знаете, мы вот только недавно запустились, как бы очень сложно говорить, что мы будем делать там в каком-то достаточно обозримом времени. Ну, соответственно, как бы Facebook сделал одним образом, у них одна аудитория, как бы у них, например, молодежи-то в соцсети почти не осталось, как бы у них вся молодежь в основном либо в Инстаграме, либо вот вообще они пытаются вот новые проекты делать, например, типа Lasso. Они там потратили на это достаточно много сил и времени, в итоге вроде как особо ничего не получилось. А у нас, например, молодежи много. Ну, то есть как бы мы на самом деле уже достаточно разные с Фейсбуком, не только потому, что мы на разных рынках работаем, но и в целом по структуре аудитории. Так что правильный ответ, ну, как бы, я не знаю. Но они же это сделали, чтобы просто с мессенджеров других пересадить на свой. Слушайте, так просто с мессенджеров людей не пересадишь на свой, как я уже сказал. Ну, то есть, как бы ты же не можешь заставить пользователя WhatsApp пользоваться, соответственно, там, своим мессенджером. Просто они увидели другой тренд, что, например, пользователи удаляют, и до сих пор это происходит, на самом деле, что в прошлом году была статья про то, что 44% людей в Америке от 18 до 29 лет удалили приложение Facebook. Как бы, если бы у них мессенджер был интегрирован в приложение Facebook, то люди, которые удалили приложение Facebook, остались бы без средств коммуникации. Ну, например, мы не видим такой проблемы. Как бы, ну, соответственно, мы можем принимать какие-то другие решения. То есть, ну, есть как бы разная, на самом деле, специфика поведения пользователя. У Facebook, на самом деле, как бы, как у проекта, довольно там тоже там своя ситуация, то есть компания покрывает несколько направлений, но сам Facebook, у него как бы действительно так оказалось, что, допустим, в Америке молодежь им уже почти не пользуется. То есть они пользуются, например, Snapchat, вот, Instagram в том числе. Вот, то есть у них как бы, мне кажется, что уже сложно говорить о том, то есть там в Facebook Messenger нет редактирования, понимаете, сообщения, о котором я, в принципе, вначале говорил. То есть говорить о том, что, например, там путь Facebook — это то, что нужно делать, ну, может быть, это было когда-то давно в начале, но сейчас это вот настолько разные проекты, что очень сложно как бы в этом направлении думать. Спасибо. Вот вам.
Здравствуйте, спасибо за доклад, было очень интересно. Хотелось бы узнать такой момент по поводу ВКонтакте, именно самого как социальной сети. Вы вводили такую продуктовую фичу, как сначала интересное в ленте. Хотелось бы узнать, вообще такой подход оправдался, много ли людей им пользуются, потому что среди моих всех знакомых говорят, что большое количество контента, который им действительно интересно, он просто улетает куда-то, и по датам, по времени оно сортируется неверно, и вот такие проблемы возникает вообще, это планируется дорабатываться или на это уже как бы забили? Ну, смотрите, я коротко отвечу. Я занимаюсь сообщениями, и мне очень сложно сказать по поводу продуктовых запусков команды ленты, но я скажу так, что в сообщениях мы функцию «сначала интересные собеседники» не вводили. У нас по времени все упорядочено. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вот интересен приоритет по поводу чатов. Это вроде бы, ну, тема, которая когда-то умерла, а сейчас вы на нее приоритет поставили, ну, разработали, внедрили. То есть это растущий тренд или... Ну, это как бы уже, я не знаю, насколько даже можно говорить о нем как о растущем тренде. Это уже сформировавшийся четкий или, тренд. Да, ну, в смысле, чаты, это про речь о мультичатах или... Да, ну, как вы понимаете, если мы берем чаты, которые были в конце 90-х, это не те чаты, которые есть сейчас. То есть в конце 90-х это было общение со случайными людьми, как бы, да, сейчас в первую очередь чаты — это общение с друзьями, а мы, соответственно, пробуем еще давать инструменты пользователям для общения, как бы, и выстраивания каких-то способов взаимодействия с комьюнити, да, то есть как бы общение по интересам, общение внутри групп и так далее. Да, мы видим в этом как бы определенную перспективу, конечно, как бы в целом построение комьюнити на базе сообщений и возможность быстрого взаимодействия в этом комьюнити, это как бы какое-то, кажется, что это правильное направление, в котором нужно развиваться. Нет, я про то, что это какие-то, ну, это какие-то метрики, то есть это растущий тренд или это просто поддержка вот того? Нет, слушайте, что ну есть? На самом деле вообще мессенджеры сейчас растущий тренд в целом. Вот, так что, как бы, конечно, чаты — одно из ключевых направлений в рамках мессенджеров. Как я уже сказал, это просто один из ключевых способов ретеншена пользователей. Ну, как бы, мне сложно что-то добавить здесь. Спасибо. Здравствуйте. Мне вот интересный вопрос. Вы там говорили, когда переделали ответы, да, там большая, как бы там, ну, не большая какая-то, там часть аудитории там восприняла негативно, да, и там мы помним, там, Дуров, верни стену, да, вот это вот все. А как вы работаете вот с негативом? Вы говорите, саппорт вот поступает это, и как вы говорите, что да, теперь все, теперь больше не будет по-старому, а вот так? Да, смотрите, ну, начнем с того, что продуктовые команды в целом очень тесно работают с поддержкой, то есть, например, у нас есть наша группа внутри сотрудников ВКонтакте и агентов поддержки, где мы пишем статьи с описанием, допустим, какой-то новой функциональности, которой, соответственно, доносим до агентов поддержки, рассказываем, что вот теперь будет так, объяснять пользователям нужно так и так. Второе, там, например, я лично мониторил те там, вопросы, которые были у пользователей в поддержке. Например, там помимо, ну, там, был, понятно, какой-то небольшой хейт, но были довольно здравые вопросы, то есть при ответе из пушей, например, что происходит, то есть как бы, и на самом деле в некоторых случаях, конечно, это и приводит даже к тому, что мы вносим какие-то там изменения, потому что понятно, что сделать идеальное решение с самого начала, но нужно наивно предполагать, что как бы мы у себя в голове можем поместить прямо и сделать что-то, что как бы спустится пользователем с неба. Понятно, что мы в любом случае этот негатив анализируем, смотрим на его количество, анализируем, сопоставляем с предыдущим каким-то негативом. Там. Но здесь как бы негатив, скажем так, он был, это в принципе понятно, у нас десятки миллионов пользователей, как бы 97 миллионов месячная аудитория ВКонтакте. Да? Как бы понятно, что практически любой запуск может вызвать хоть какой-то негатив. Вопрос в его объеме. И, соответственно, второй вопрос — это в том, что, ну, как бы, там, с негативом действительно нужно работать. Там у агентов были более-менее типизированные ответы, что нужно говорить. Вот. И, соответственно, какие-то нетиповые вопросы они перенаправляли на меня. И по этому поводу, даже по нетиповым вопросам, я в итоге, увидев 2-3-4 таких отзыва, написал еще один пост, чтобы, соответственно, как бы уже не отвечать несколько раз одно и то же. То есть в целом мы просто... В
ВКонтакте вообще стараемся очень тесно работать между разными, допустим, командами, потому что мы понимаем, что сила ВКонтакте в значительной степени, несмотря на то, что мы вот выделили отдельный мессенджер, это как бы одна из направлений работы. Но в целом внутри компании мы стараемся очень тесно работать между разными командами, потому что понимаем, что сила именно в интеграции. Угу. Виктор, спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. Зачем понадобился отдельный мессенджер для ВКонтакте? Потому что, ну, в принципе, можно само приложение ВКонтакте использовать как мессенджер. Какие там были как бы фичи, которые именно для позиционирования отдельного мессенджера использовались? Ну, смотрите, вот я в целом показал, да, что просто на самом деле мессенджер становился немножко тесно в основном приложении, вот, и... Например, вот действительно видеть пост в ленте там, от Дмитрия Николаева нормально, но если я в жизни называю его Димон, и в телефонной книжке он обозначен у меня Димон, то каждый раз, когда я ему пишу как бы, и выбираю его как Дмитрий Николаев, понятно, что можно как бы, к этому привыкнуть, но как бы, это как кажется, что это какой-то не очень правильный формат. А при этом называть в разделе сообщений человека Димон, а в ленте Дмитрий Николаев, как бы это какая-то шизофрения. Вот. И таких примеров довольно много. То есть те же фаны, ну, по дизайну, ну просто не впихнуть их. Ну как бы очень странно. Вот. Ну и плюс все-таки ну, не забываем, что мессенджер-то открывается со списка диалогов. Соответственно, просто прочтений сообщений даже будет больше, чем если я вижу вот этот у меня постоянно висящий красный баблик на иконке сообщений. Да-да-да, как-нибудь потом прочитаю. Он сменился с 12 на 13. Да какая там разница, кто там прислал? Прислали, допустим, важное сообщение, я не прочитал. Мне написали в WhatsApp, я ответил, потом уже в целом переписка с этим человеком стала в WhatsApp и так далее. Как бы, то есть мы понимаем, что как бы в мессенджерах все-таки как бы все заточено на то, чтобы взаимодействовать с пользователями и с ними переписываться. И кажется, что вот все-таки инструмент, который мы даем, должен быть наиболее эффективен, наиболее современен, отвечать как бы всем современным правилам, принципам и вызовам. Вот как-то так. Здравствуйте, меня зовут Таня, Drom.ru. Подскажите, пожалуйста, в приоритизации как-нибудь дороговизна фичи либо там ну, задачи вы ее учитываете или нет? Просто да, конечно, по-хорошему было бы круто, если бы был прям фреймворк типа ценность и время работы. Вот, вот пока мы в большей степени, соответственно, оцениваем, допустим, там, время и там ресурсоемкость, в некоторых случаях это не только время, это иногда может быть ресурсоемкость в том, что мы, например, просим другую команду что-то сделать. Или в некоторых случаях, например, фича от разработки требует немного, но, например, требует очень много от меня. И у меня, например, может не быть такой возможности. Тоже надо понимать, да, что это так бывает. Вот. И да, мы стараемся это учитывать. Конечно, в первую очередь мы учитываем ресурсы разработки как главный bottleneck как бы в целом любого IT-процесса. Но при этом после того, как мы оценили фичи там, по, допустим, там, какому-то размеру, это могут быть недели, это могут быть там, фреймворк типа S, XS, да, L, M, вот, то дальше мы смотрим такие, эта фича 4 недели, а ценности там, она такой не приносит. Откладываем. Как бы. И либо мы пытаемся, например, разбить ее на, допустим, говорим, а можно ли, допустим, вот две недельки, а остальное техдолг как-нибудь потом закроем. Или, например, попилить ее пополам и, соответственно, взять какую-то часть, которая приносит наибольшую ценность, а вторую часть, которая меньшую ценность приносит, но отпилить. Это творческий процесс, как бы, возможно, было бы круто это все формализовать, отдать ботам, но мы пока этого не сделали. Привет, Виктор, спасибо за доклад. Меня зовут Амир из компании Extends. Прости сразу меня за немножко провокационный вопрос, но почему именно ваш мессенджер, а не Telegram? Ну, Telegram хороший мессенджер, никто же не спорит. Да нет, ну, на самом деле я же говорю, что мессенджеры борются за внимание, и, соответственно, как бы каждый пытается доказать, что он самый удобный и самый классный. В нашем случае могу сказать, что просто плюс ВКонтакте в том, что ВКонтакте, грубо говоря, есть практически все люди там в России. То есть, например, даже если вам не хочется ставить приложение или вы там не так часто им пользуетесь, то просто поставить там мессенджер в ВКонтакте, это удобно, чтобы можно было связаться с пользователем, который там давно у вас есть в друзьях, как бы, чтобы можно было, например, собрать чат из тех, кто есть в друзьях и есть в телефонной книге. Вот, то есть, потому что все-таки телефонная книга, она воссоздает в значительной степени наш список актуальных контактов, но не является на 100% им. Вот. Ну и в целом, как бы кажется, что
в случае, например, если есть еще какая-то дополнительная экосистема за рамками мессенджера, то есть в данном случае это на все приложение ВКонтакте, то это тоже очень здорово. То есть, например, если там со мной могут делиться какими-то постами из ленты, я могу, соответственно, это делать. И как бы в случае Телеграма, например, поделиться постом из ленты, ну, как бы, понятно, надо копировать ссылку, еще что-то довольно значительно естественнее просто поделиться ВКонтакте. Если вам скидывают ВКонтакте пост, вам же хочется его прочитать, правильно? Соответственно, как бы это просто удобно. Вот, но на самом деле я говорю, как бы мы рады, что есть Telegram, потому что, ну, как бы смотреть на такой сильный проект, как бы и как, ну, и какие в нем есть возможности, это здорово. Как бы с чем-то там я лично, например, могу быть не согласен, но, как бы, наверное, не стоит отрицать, что это действительно качественный, хороший продукт, как бы, который здорово, что есть на нашем рынке, несмотря ни на какие трудности. Привет. Вчера был на докладе коллеги твоей по тестированию. Она говорила, что есть такая фича у ВКонтакте, как Test Tools, насколько я знаю, вот, куда сливаются всякие фичи, которые используют API ВКонтактовский, либо что-то подобное. Ну, то есть продукты, которые реализуют не ВКонтакт, а какие-то внешние разработчики. Вот, собственно, ВКонтакт поддерживает, ну, организует бета-тесты. Собственно, связаны ли вот эти вот какие-то внешние разработки с теми задачами, которые вы делаете на перспективу? Конечно. Не забираете ли вы какие-то эти разработки внутрь себя? И просто я не упомянул в работах на перспективу, как бы, потому что это никакая уже не перспектива, это реальность, это боты. То есть действительно это бот-платформа, в которой можно, соответственно, создавать бота, в котором есть кнопки для ботов, можно, соответственно, с этими кнопками взаимодействовать, что-то делать. В этом направлении Facebook Messenger и Telegram, кстати, убежали очень далеко вперед нас. Но мы понимаем перспективы этого, понимаем, насколько значимо вообще взаимодействие с ботами для бизнесов, для огромного количества пользовательских задач. И, конечно, мы работаем в этом направлении. Здесь, допустим, сторонние разработчики — это как раз наш большой актив, который готовы что-то делать и таким образом приносить еще больше value платформе, потому что, соответственно, как бы платформа будет наполняться там качественными, интересными решениями, построенными как раз на базе ботов. Спасибо, Витя. Остальные вопросы люди смогут задать тебе в экспертной зоне. Всем спасибо.